Книга «Открытым оком», том 2, тема «Лапкин книги». Вопрос 874. Игнатий Тихонович, что вы делаете с нашими записками в дальнейшем? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У меня есть интерес на фотографии. На столе стоят игрушки, какие-то танки, вездеходы. И через край стола, уцепившись в него руками, тянутся две девчушки, которые... Девчушки совсем крохотные, а внизу надпись «Дяденьки». А нам можно поиграть? Нельзя. Эти игрушки не для детей, а для взрослых. А разве взрослые играют? Пока играют, а дальше видно будет. Вот так и с вашими записками. Пока я их как персонаж мертвых душ, коробочка, складываю в мешочки, а потом, как Ноздрев, может быть, пристрою, как породистых щенков, борзой собаки. Прошло 10 лет после этой записки, и теперь я... Не пожалел, что ни одну из них не утерял, но хранил и снова могу повторить. Иеремия 15:19. На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Те, кто посещал занятия и задавал вопросы, теперь найдут их ожившими, и ответ на них прозвучит уже на большую аудиторию. Вопросы задавать тоже надо уметь, разобравшись, что тебе известно, что неизвестно. Есть изречение, что вопрос не задает тот, кто или все знает, или ничего не знает.